В Петровске прошел заключительный этап соревнований по конькобежному спорту среди школьников. В финал вышли 4 команды, среди которых и разыгралась борьба за главный приз администрации Петровского района. Напомню, что эти соревнования уже стали традиционными. Проводятся 5-й год подряд. С подробностями Александр Лысухин. Впервые такие зимние состязания по инициативе местной власти состоялись еще в 2009 году. Таким образом, сейчас этому спортивному почину исполнилось ровно 5 лет. Своего рода маленький юбилей. Самое интересное, что с каждым годом в эту увлекательную и оздоровительную программу вовлекается все больше и больше людей, жителей Петровска и всего района. Все школы, почти все организации принимают участие. И в этом году, сейчас мы находимся на финальных соревнованиях среди школьников. Будут еще соревнования среди организаций. И впервые в этом году номинация «Мужские команды. Мужской сезон». Сегодня многие жители района соревнованиями под названием «Петровский лед» гордятся как своеобразным фирменным спортивным брендом. Впрочем, независимо от этого обстоятельства, участники и их болельщики и на сей раз были настолько полны азарта и желания победить, что страсти на городском центральном стадионе кипели нешуточные. Удачи! Удачи! Вот! Чтоб все было отлично! Чтоб не тормозили! После встреч на предварительных состязаниях в финал вышли всего 4 команды. 2 из средней школы самого Петровска, 2 из Сиднинского и Новозахаркинского муниципальных образований. Городские и сельские мальчишки и девчонки с самым настоящим спортивным азартом отстаивали честь родных школ. Были и падения, и неразбериха на льду, были даже неподдельные слезы проигравших. Но победа всегда достается кому-то одному. В итоге, после упорной борьбы, 2-й год подряд лидером состязаний стали ребята из школы Новозахаркинского муниципального образования. Все конкурсы были по-своему хороши и сильны. Соперники были очень сильны. Ну и это мы запомним надолго. Да. Обязательно будете принимать участие в следующем? Конечно, обязательно. Но на победе школьников зимние спортивные успехи петровчан не заканчиваются. В эти выходные здесь пройдут еще лыжная гонка и соревнования на коньках уже среди взрослого населения района. Александр Лысухин, Вадим Лысов, Алла Харунова, Вести Саратов.